Почему нет? Чё ты прям? Думаю, у него там комьюнити-то мощное. Я лично собираюсь сделать квесты каждый день. То есть я собираюсь сделать квесты каждый день. Вот. Это новая мини-игра вместо героев, я так понимаю, Да. WW. Да, так и есть. Спасибо большое, Ром. Спасибо огромное. Спасибо. Сейчас послушаю, что по донатам. Донат Pay вроде бы запустили. Обновлю кэш. Посмотрю, все ли работает. Вот он, стример для народа. Голосуйте за Вудуша. Голосуйте за Вудуша, говорит Неон Пуш. Неон Пуш супер крутой, супер замечательный, супер охуенный. Спасибо, Неоныч, за огромную денежку. Рекрента надо обогнать. Ребят, я вам скажу так. Я буду делать квесты эти каждый день. Мне кажется, это несложно. Мне кажется, часика два уделить внимание я готов. Даже вне стрима готов зайти, все квесты сделать. По поводу катку в Герычи. Я не могу сейчас катку в Герычи, я заболел. Чуть-чуть заболел. Я сейчас пойду закинусь немножечко еще там терафлю, хуефлю и всем остальным. И постараюсь себя немножко держать в тонусе. Поэтому сегодня пока только так, братья. Я героев стримил каждый день практически, да, по несколько каток в день. Сейчас пока чуть-чуть дайте мне подзахилиться. Мне нужно восстановиться и так далее, и так далее. Вы видите, у меня голос какой, вы видите, как я говорю, да, в нос. Думаю, вы это заметили. Вот, Divinity очень крутая игрушка тоже, но сегодня у нас на повестке дня Сталкрафт. Сталкрафт, вот имба вообще. В нее бахаем. Прикольная игра, наверное, особенно если вот поиграть, как мне кажется, вот, ну, я бы, честно, с сыном с радостью поиграл, там, что-то побегал, что-то полутал, какие-то аномалии, квесты. Пострелять самое то. Вот. Мне понравилось. Я пошел хилиться. Завтра мне еще и рано вставать. Все. Спасибо большущее. Вы самые крутые. Вы самые крутые. Спасибо, ребят. Спасибо. От себя я сделаю квест. От себя я сделаю розыгрыш для тех, кто зарегается от меня. Дальше уже каждый сам решает, да, кого выбирать и что делать. Вот. Но от себя по очкам я отставать не буду. Я готов их делать каждый день. Сегодня вот мы пробегали, да, с Данилом. Данил все показал. Было все предельно понятно. Я думаю, что завтра я с этим справлюсь. Если что-то сложное будет, у Данила спрошу. Вот, спасибо, ребят, спасибо. Сегодня без обид, сегодня пораньше немножечко офаю, потому что, ну, болею, сука. Прикиньте, подцепил какую-то вирусню ебаную в Москве. Все, спасибо. Всем пока. Давайте тоже кого-нибудь захостим, если что-то интересное есть. Меня сегодня очень сильно поддержали ребята. Кейк, Вудуш. Спасибо. Гудочек. Всем пока. Ой, давайте кейк, тоже Вудуш. Кого-нибудь захостим, если что-то. Кейк, Гудок меня поддержал. Ребята, Неоныч закинул сумасшедшие 25 тысяч. Также нас Маштаков захостил, блядь, на 1000 человек. Ебануться, 1000 человек онлайна. Ебануться просто, вот это онлайн. Вот, Гнол, всем привет, ребят. Всем привет. Булс нас захостил, бля, Булс вообще легенда. Спасибо всем, кто нас смотрели, ребят. Спасибо. Так, кого мы сегодня подхостим? Давайте тоже посмотрим. Прогубыч. Блядь, что это? Я не понимаю, как можно играть в этот Марвел за луку. Так... Кого я бы подхостил так, чтобы вы могли нормально поспать? Почему все играют в этот Marvel, блядь, Marvel Rivals? Хуйня же какая-то. Вам не кажется? Или чё? Да хуй знает. Давайте, наверное, Сноубоя захочу, вот из тех, кого вижу здесь, ребят. Очень хороший хост на Сноубоя. Братишка с Беларуси, так сказать. Жестко играет файтинги и проходит кучу всяких разных игр. Давайте его подхостим. Сноубоя, удачи. Это 100% хороший хост, хороший стрим под засыпание. Да и сам по себе снова охуенный мужик. Давайте его захостим. Все. Пока-пока. Спасибо. Спасибо всем. Let's go. Все. Спасибо вам огромное. Спасибо большое. Спасибо огромное за донаты, за подписчики, за внимание. Завтра продолжим резик, закончим. Поиграем еще немного. А то мало ходов осталось, только на резик уйдет и еще на какую-то игрушечку с пресета Мэла.
Так что посмотрим. Хотя, может, мне резик и закончить, и непонятно. Возможно, мне нужно будет до среды сидеть, ждать, чтобы у меня были деньги. Не понимаю. Не знаю. А сколько подруг? Как получится? Рано, наверное, ты будешь отрубать. Следить за телегой, ребят. Все, всем спокойной ночи. Отдыхайте, набирайте сил. Постараюсь так поздно не заканчивать. Так, я думаю. Да блять, сука. Нормально, пойдет. Здорово. Здорово, ребят. Последняя трасса осталась, и я офлайн нахуй. Надеюсь, кто-то еще останется стримить. А, ну две, получается две даже.